данном этапе мы размещаем дипольные модули на позиции и вывешиваем их внутри криостата. Следующий шаг будет выставить дипольный модуль на ось, магнитную и оптическую ось ускорителя, после чего они будут между собой соединены по токовым коммуникациям, гелевым, азотным коммуникациям, пучковая камера. И мы начнем уже проводить серию технологических испытаний, после чего закрывать промежутки и готовить ускоритель к испытаниям, к генным испытаниям, к токовым.